Что там, брат? Что расскажешь за нее? Извиняемся, что так долго. Просто ехали. Ебать, братан, это что? Это что? Тормоза сделали? Нет. Вот это? Сзади. Ну это то, что так? У вас лежало здесь? Двигатель сделали, вон постель лежит ваша. Смотри, вот это наша постель, да? Да. Охуеть. Постель поменяли. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. А это она оттуда воздух сосала? Масло сосала она. Воздух у вас нигде не сосала. Все, понял. Ага, вот. Ну, хорошо, что в мотор не упало, да? Или упало? Да, на этих были эти резьбы сорваны. Mm. Поэтому верхняя не прикреплялась. Что за панель? Нет, туда. Ты что, Даня, не поставил ее? А как ты ее поставишь? Какую панель? А где она? Вон, сзади она лежит. Она не встанет уже? Нет. А почему не встанет? А, они что, нормальную коробку сделали? Я по телефону говорил, она не встанет. Надо родную тогда панель ставить и все. Вася, а сейчас какая коробка? Пятиступка новая. Я понял, почему коробка там? Где? Коробка же внизу была. Тут и была, да? Нет. Нет, ну сказали же, вы же по телефону говорили. Да. Поставить все как по заводу. Да. Вот она стоит как по заводу. А, просто панель купим и все. Она сейчас нормальная, как на семерке. Да. И длинную надо поставить тогда. Да. Поехали сейчас поставить, сможем мы сделать? Стукнуло. Ресивер? Ебать, она ровно работает. Это свою бы отогнали. Да-да, это не проблема, сейчас уберем. Не, нормально. А это как вам? Как? Машина как машина. Не за 30. А так это вообще как в состоянии, нормально? Много наколхожено, да, всякой хуйни? Даже? Колхозин. Надо переделывать этот колхоз, чтобы было все нормально. Все. Не, работает, тьфу-тьфу-тьфу. Ровно. Вась, там что? Даня! Вась, это что за... Здесь что? А где мафон? Вась, ты что сделал? Даня, бля, ты что сделал? Так магнитофон же отсоединялся, чтобы вытащить вашу панель, чтобы коробку вставить. Бля. Вот, ну и все, включился. Разъем трекер, вот. Вот ваш ручник, короче. Это гидроручник, понял? Даня, легенда. Давай мне М-ка именно вот, ну, аккуратная, знаешь, все. Бля, она, кстати, всем начала нравиться, знаешь. Сейчас на семерке поедем. Сейчас это надо слить куда-то. А что ты делаешь? Че, прикинь, ты же 30 стрелит. Сколько стрелит? Бля, он только хуже все. Ну, брат, эта коробка нормальная, ведь мужчинская. Даня, сколько я тебе должен? Компрессия 13 по всем цилиндрам, одинаковая сейчас. Это хорошо? Ну, а как ты думал? Ну, конечно, я просто так сказал. Уже мотор не надо делать? Аркел, у меня 10 тысяч. Да. У меня только 12 просто есть на карте. А, подожди, нихуя, у меня меньше есть на карте. Стой. Подожди. А, подожди, я выведу. Даня, давай поставим хотя бы это, кнопки, что-то в это. Да? Кнопки. А, кнопки, все. Ага, вижу. Все, вижу, кнопки есть. Все четко. Да, все, вижу. Самое главное, они... Все, вижу, охуенно. Кнопки стоят, все вижу. Все четко. Нет, здесь очень много работы сделано. Коробку поменяли, ходовую перебрали полностью. Свечи поменяли, прокладку поменяли, кулису поменяли, амортизаторы поменяли, задний ручник. Не, ручник не сделали, колодки поменяли, диски поменяли. Там дохуй работы сделали. Все, она прогрелась. Блять, хорошо. Семерка именно, ну, не газую, люди спят. Время, брат, 9. 6-7, время, Вась. Ты привык тоже мы ночью. А на эту сареру. Мойка самообслуживание. Как здесь было ее открыть, здесь никто мыться не будет. А вот тоже наш этот, который мы ставили, кафель. Пришли, брат? Да. Так, брат, все хуйня здесь. Магнитофон. Брат, поехали кулису купим, умоляю. Блядь, да, здесь ебать они колхозили всякую хуйню, блядь. Сап не работает как будто. Аку мы снимали, Ренат собрать надо салон, да. Або включи другой трек какой-то.
Нагрузка, значит, большая. А, надо машину завести, фрик. Бля, ебать мы долбоёбы. Ебать, братан, здесь. Чё по кайфу. С этим ебаться, нахуй. Вот это от чего вот это, допустим? Она не сгорит, нахуй? Ебать неудобно, брат. Да, пизда это. Ебать, братан, шею можно сломать. Короткая очень. Нужна нормальная. И на, Марина, здесь, Марина. Короче, вот это надо сделать. Ручку. Да здесь нихуя нет такого. Ебать, она живая, брат. Да я тебе говорю, братан. Охуеть. Так, да, похуй. Иногда идет надо. Блядь, как? Идет, раз, нормально. Она же троит, нихуя не троит. Бля, раньше троила, сейчас раньше что-то. Раньше троила, сейчас заебись. Я подключил его к 16-му. Сейчас, пацаны, стойте, мы настроим, блядь. Какой 4К, подождите, хотя треки включили. Короче, похуй, пойдем это делать пока. Пойдем купим кулисы. С этой кулисой я в рот ее ебал ездить. Мы сможем это сделать? Ну, тесно это поставить. А пиздец, сейчас нахуй маму выеби машину. Мы, ебать, семерку сделаем, она будет лучше, блядь. Вау! А это Staff или Роднаус? Ой, все, я извиняюсь. Че, мы, слышишь, пацаны, сможем сами кулисы поставить, как думаете? Я знаешь, что сейчас думаю? Шма. А мы оденем, а она будет вот так хуярить, ну, так раньше? Мы ее хуй засунем. Не, засунем. Она другая. Мы засунем, но, наверное, не будет вот этой хуйни, понял? Вот так играться, вот так. Почему? Долбоеб? А. Мы не поменяли нахуй? Почему? Ты долбоеб, ты просто ручку снял. Да, он так и сказал, сделал. Ебать, брат, целка. О! Вот! Вот! Ебать! Хорош! Вот! Вот! Не вылетит, ну-ка сделай. Представь, что, блядь, близко. Долбоеб она? Вот так, да? Вот, это нормально. Все село, брат. Не, с хуев. Нормально? Шма, ну выглядит нихуяво. Шма, ну заходит тут, брат. У нас же переделка здесь все. Вот это снимается, и вот тут болты крутятся. Можем закрутить похуй. В жопу вам эти сиги затолкать, за что? Смотри, магнитофон вот сюда суется. А у нас же провода, блядь. Ну да. Короче, если я сейчас могу включить быстро Hello Sun и все это сделать, но мне пока хочется покататься на ней. Пока ее надо помыть рамой, брат, клянусь. Техника техникой, надо все равно помыть ее. Без шуток тебе говорю, брат. Сними какую-то кнопку, брат, оттуда. Ну, дальний, ближний, любую. Проверим. А у нас же приорочные, понял? Нет, брат. Да, у нас приорочные. Все, поехали на мойку. Аквастенд? Бля, а че он говорил, что он эта панель не пойдет, блядь? Шма, оба подержи, просто мне интересно. Он просто ленивый, держи. Вот панель, которая была, шма. Приор. А, не-не, брат, не. Я понял, Мара, стой. Она, вот это есть порезать. Ну да. Вот это. Хуйня, да, иди? Нет, ты... можно даже вот это просто она порезать. Она же двухсоставная. Вот так порезать. Это от какой машины? Приора. Вась, подлокотник был? Да. Работает? Типа. На нахуй. Хорошая была. Очень хуйня была. Ну неудобно. Заебись, шма. Наоборот ебал. Сейчас сделаем, нахуй. Блять, фара не работает одна. Пойдем сделаем. Стой, шма. Не так? Держишь? Может, сгорело? Скорее всего. Не работает? Не. Музыка играет. Да, я знаю. Идем, шма, она держится, кажется, отпусти. Не, держи, держи, давай я сделаю. Давай там сделай, да. Не, подожди, брат, хуйня идея. Охуенно, идем. Давай эту лампочку снимем. Тупо обставим. На той фаре проверим. Да. Или у пацанов купим сразу. Не, проверим сначала. Давай. Снял, брат? Нет, я думаю, блядь, снимать или нет? Ну я снял уже. Ай, бля, горячая, брат. А, да, можно отключить же. Предохранитель сгорел. Не, ребята, да, поворотник. Нет, сгорел. А, подожди, реально, поворотник проверим. А, давай, ма. Работает? Работает. Да? Да, ну, работает. Все, лампа. Лампочка, брат. Бля, вот эту хуйню там. Вась! А, работает? Брат, ее рукой можно делать. Я знаю, бля, просто палец залез. Ее вообще не надо было сюда. Стой. Вытащил. Сейчас просто проверим и все. О, вот. Работает. Пред. Блять, ноготь, понял, раз ебать. Одень его быстренько, да. Предохранитель, где у них, пацаны? Под рулем. Сейчас. Здесь? Точно? 16-й. Какой из них какой, блядь? Не, мотор работает сам, видите. Идеально. Где здесь написано? А, на крышке, посмотри. 16-й, 17-й. Так его нету, Вась. Вообще? Да. Копейка есть? Нахуя, давай этот воткнем. Давай купим, заебал. А? Да, да. Мне просто кто-то объяснит. Ебать трек.
Заглуши нахуя. Она что, греется? Греется. Значит, радиатора, провода опять, вентилятор не подключил, да он? Долбоёб! Нахуй не под... Блядь, он не подключил радиатор, блядь. Вентилятор не подключен, блядь. Долбоёб! Сейчас сделаю. Блядь, голубой бал. Вася, он вентилятор не подключил. Какой из них сколько ампер или похуй? Белый есть? Нету белый, зеленый стоит. О, целка, брат, охуеть, поджарец. Идем, брат. Смотри, датчик радиатора у них стоит справа внизу. Даже... И он не подключен, блядь. Штекер там, брат. Штекер, да. Вот он, брат, так, его надо найти сейчас, этот провод. Сигнал. А, что? Брат, поэтому сигнал не работает. Пацаны, пишут. Я фишку подключил. Радиатор не работает. Фишка не подключена. Фишка не подключена, брат, ее нету. Вот так, брат, вот. Справа внизу, правильно, где обратка? Нету, брат. Вот я смотрю, нету. Брат, я сегодня подключил. Брат, вот я смотрю, нету, родной. Потому что она греется, понял? 120 и все, а вент не включается, нихуя не включается. И вот я в итоге стою на дороге, брат. Это предохранитель, я снимаю вентилятор. Да, братан. Да нету там преда на вентилятор. Да, бля, я знаю эту машину, пацаны, это моя машина. Вот здесь должен быть, вот здесь, видите, вот золотая хуйня. Вот это от вентилятора. И там нету. Вот, видите? Вот золотой. Вот там должны быть провода. Там их нету. И проводов тоже нету. Куда делись провода? Я ебу, блядь. У него какой подклад на жилетке. Какой подклад? Ты о чем говоришь, Вася? Mm-hmm. Вот он фишку засунул, говорит. Вот, от вентилятора. Хорошо. И вот этот провод идет вниз. Так, может быть, что не тут аккум он подключил, а где-то по-другому. Ну хорошо, почему это не включается? Это датчик температуры, я знаю. Вентилятор не включается. Пацаны, по-братски, не спорьте со мной. Ух, блядь, все, как? Ты что такое? А это и есть он. А нахуй тут? Это я тогда сделал. Аба, вот сейчас включи аккум. А, вот он, нашел. Заведи машину. Стой, да, это я тогда сделал, я вспомнил. Давай. Заведи машину. Заведи. Я его тогда замкнул, и он работал. Стой. О, я же говорю, это я тогда сделал и забыл. На, я что-то забыл, понял? Ебать ты механик, бля. Да, я забыл просто, да. Это я тогда хуйней страдал, понял, и так сделал. Все, поехали. Он на постоянке теперь? Ха-ха. Бля, кнопку надо вывести. Как это хуйня осталось? Фишку надо купить, да. Это я тогда сделал и забыл, понял? Diga lo que diga. Dale. Dale. Фары есть, машину моем. Вот, брат! Где ты, брат? Вот она. Того маму ебал. Dale. Ебать ты газуешь, брат. Скорость выпала. Все, давай, шва, я за рулем. Бля, хорошо здесь не было. Почему? Бля, брат, ебать. Бля, плюс вайп, нужен электрик, шва, на завтра. Делаем? Встал, бля, делаем. Какая. Каждый хочет от песочка отломать побольше, чтоб не приставали рощи ваты. Бля. Почему музыка выключается? А народом срочно солнце мощь. Кто курил, спроси, из того же прет. Точно с одной. Верните сотку. Смотри, сейчас будет. Поясни, зачем меня остановил? Не выйду из машины, законы учил. Да не, какое оформление, давай померяем. Если мои слова у вас вызывают сомнения. Как фамилия, документы предъяви. Я же не знаю, вдруг ты вчера форму купил. А ты не русскую, в ножке вообще мерить нельзя. Приказ 186, по-моему, пункт 2. Сплошная, чё ты ебанулся, не было такого. Ищи похуй, что разные шины. Я ехал ровно. Помахал он нам. Нормально. Ой, бля, пацаны, готовы в чате? Моя сестренка поет. Че ищешь? Бля, они в шоке. У вас сигареты нужны, брат? У меня же, говорю. Ебал вот с этой коробкой, она трахает. Удобно, да? Не надо тянуться вниз. Брат, вот-вот. Понял? Плюс вай, брат. Та вот эта короткоходка для ленивых, Вась. На 0ЕТ, если вот этой коробки нет, на 0ЕТ, на 0ЕТ, да, брат. Алло. В машине только кури, по-моему, на улице не кури. 0,7 надо обязательно в машине курить и вот так. И вот рука, понял? Вот? Кикса.
сенсация, брат. Вот сейчас я себя азербайджанцем чувствую. Мурлан Продаж. Блять, поехали. Ты дебил. Ебать! Ебать слышно! Охуеть! Ебать громко! Ебать, ну пиздец! Бля, как вам моя семерка, честно? Надо, сейчас я ее помою, вы в нее влюбитесь. Стоп не работает сзади. Или так и должно быть? Один должен работать, один нет, да, вроде ли? You wanna get it on with me? You wanna ride in the SLR with me? I like your style, shoot you the greatest. Make you my wife, it's baby, say yes, yes. Надо еще сигнал, брат, поставить итальянский. Сейчас проверь, нету? Нет, сейчас у меня никогда не было сигнала. Нет, он есть, ебанутый, его подключить. Вот они сейчас смотрят на меня, да? Но они не знают, что у меня две ребята. Я ключи еще, кажется, проебал. Под капотом не оставил? Звуком мы коробку купили за 12? Да. Нихуёво денег потратили, знаешь, на самом деле. 40-50 тысяч потратили. Больше?